С момента покупки айфонов я не использовал на них защитные стекла и чехлы. Было ли это ошибкой? Давай покажу. Это iPhone 12, и у него глянцевая задняя крышка. На ней вообще нету царапин, хотя я ношу его в кармане с ключами, но царапин нет, только пыль и отпечатки пальцев. Боковые грани у 12-го айфона матовые. Все уверяли, что это покрытие будет обязательно стираться, но как видишь, за 4 месяца ни одной царапины и никакого стирания краски не замечено. Это мой первый iPhone, на котором на Lightning нету ни одной царапины, потому что я им не пользуюсь. Использую беспроводной MagSafe. Экран также достойно переносит эксплуатацию. Тут есть одна маленькая затертость, это даже не царапина, поэтому не уверен, что ее кто-то заметит. У 12 Pro Max задняя крышка матовая, тут нет проблем с отпечатками и царапин на ней также нет, хотя использую я этот iPhone активнее всего. Но тут есть огромная проблема с гранями, они просто притягивают к себе отпечатки. Правда, если протереть, то ни одной царапины ты все равно не найдешь. Тут Lightning также идеален, просто потому что я не использую этот разъем для зарядки iPhone. И, наконец, экран. Тут нет даже потертости, и я совершенно не жалею, что не использую ни защитных стекол, ни защитных чехлов. Хотя чехлы у меня, как вы знаете, есть, я их активно тестировал, но, как видите, я их просто не использую, они мне не нравятся.